реально фотогеничный. А у вас тоже спать? Дмитрий, пошли дальше. Ну, серьезно, кто-то может быть Торговая марка Ренай осуществляет свое существование с 1920 года. Уже скоро будет 100 лет. Марка представляет настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Турбовые. Только турбовые. Представлены от 11 до 42 киловатт. Извини, с 1920 года, а что, с чего это начиналось? Это начиналось вообще свое с водонагревателя вообще. А, именно с водонагревателя, да. Скорее всего, какие-то это просто бочки были, по сути. Ну, по сути, может быть, да. То есть это Рина и Наита были два. Вот, соответственно, Рина и Наита. Ренай. Ага, от этого образуется название Ренай. Вот. Сейчас у нас представлены, ну, я опять же пытаюсь на стенке. Это новая серия К, эконом версия. Дальше у нас идет серия E, это уже комфорт-версия. Сюда можно подключать пульт Wi-Fi. Это, извини, пожалуйста, опять же, мы делали про вас выпуск, и, по-моему, именно к этому котлу есть три варианта, по-моему, подключения. Ну, есть стандартный, который у нас вообще ко всем есть котлам. Что-то идет такое люксовое, и Wi-Fi есть это верх. Deluxe, пульт, да, вот он представлен здесь, посмотрим. Кстати, есть Deluxe пульт, есть пульт Wi-Fi. Есть обычный стандартный с цветным дисплеем. Это серия E, комфорт, который идет. То есть комфорт. У нас в каждом котле уже идет в комплекте пульт. А нижний? Нижний — это все Wi-Fi. То есть это белый, это black, да. Черный, да, черный представлен. Каждый пульт, который идет у нас в комплекте, можно использовать как комнатный термостат. То есть он уже идет с датчиком. Плюс летом будет представлен котел уже с европейским дымоходом. Mm-hmm. То бишь такая некая стандартизация под Европу. Пойдет. Да. У нас теплобильники все раздельные идут. Первичный — это медный идет, вторичный — это идет нержавейка. Здесь плюс представлено. Летом будет представлен одноконтурный газовый котел. С возможностью подключения. Включение, да, бойлера косвенного нагрева. То бишь в нем уже будет трехходовой клапан. Да. В смысле, он уже есть, но... Вот, он уже здесь есть, вот он присутствует. Да. Просто обеспечена возможность подключения косвенника. Да. Соответственно, к нему также можно подключить пульт Wi-Fi, дистанционно управлять. Будет он идти три вида мощности, 30, 35 и 42 киловатта. Это какой котел по мощности? Это будет серия U. Нет, я имею в виду именно этот. А, это 42. Да. Я просто изучил такой расширительный бак большой. Также у нас представлены конденсационные газовые котлы. Это 29, 35 и 42 киловатта. А здесь крышка открывается. Просто посмотреть, конечно, конструкцию вашего конденсационного теплобильника. Получается, горелка, по сути, не могу сообразить. Горелка, вот нет, она. Стандартно. Это, соответственно, основной теплообменник идет. Это конденсационный теплообменник. Ну и сзади ГВС. Это конденсатосборник. Что я могу сказать? Спасибо вам. Ну и основные большое. Наши преимущества — это надежность, качество, долговечность. Ну, я бы так сказал, в некоторых регионах очень вас хвалят. Даже натыкались на такое, что вот прям нам даже люди в комментариях писали: самый неубиваемый котел. Вообще все подмосковные газбольдерщики в основном ставят только на котлы Ренай, на газбольдеры. Поздравляем вас. Здорово. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго.